Сотрудниками батальона патрульной полиции управления города Тараза во время рейдовых мероприятий был выявлен кортеж, нарушающий правила дорожного движения на дорогах города под управлением несовершеннолетнего водителя и полным автосалоном несовершеннолетних выпускников. Юный водитель был привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям. 612 части 2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им. И 593 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 612 части 5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.